Рядом со мной Данелия Мария, она сегодня выступает. Мария, добрый вечер. Добрый вечер. Мария, расскажите нам о себе. Вы у нас первый раз, я так понимаю. Да, сегодня у меня здесь конкретно дебют. Я очень рада присутствовать здесь, и я очень рада за приглашение. Спасибо. Вы давно поете? Да, я пою не профессионально, но я заканчивала музыкальное училище как вокалистка. Просто практики так, как таковой не очень много. Ну, вы давно выступаете вот на большую аудиторию, на сцену выходите? Ну, опыт выступления на сцене у меня есть, да. То есть я выступала неоднократно, просто в данный период как-то вот так получилось, что какое-то время я не выступала. Какую песню сегодня исполняете? И вы автор-исполнитель, либо вы уже чьи-то песни, ну, просто перепеваете? Сегодня я буду петь песню Анны Герман, а он мне нравится. Образы вы сами себе придумываете для выступлений? Вот кто вас сегодня собирал? Сегодня я собиралась сама. Я стараюсь одеваться так, чтобы образ соответствовал песне, выбранной мною. У вас просто очень интересно все подобрано, и украшения, и платья. Возможно, дизайнер какой-то вам помогает. Получается, что дизайнера я сама благодарю за комплимент. А у вас творческая профессия или что-то отдаленное? Вот потому что у нас сегодня и спортсмен был, который стал петь, и врач, который поет. А у вас творческая профессия, либо все-таки что-то отдаленное? Ну, творческая, да, скажу кратко. То есть вы, по сути дела, может быть, вы дизайнер тогда, нет? Я сейчас прохожу обучение, да, как раз по дизайну, вот, но все равно хочу как-то свою жизнь связывать с музыкой, хотя бы отдаленно, хотя бы иногда участвовать в каких-то мероприятиях, потому что душа требует творчества. Кто вам рассказал про наш проект? Может быть, кто-то вас привел, либо вы случайно наткнулись, увидели? Ну, как сейчас и бывает в соцсети. То есть меня приглашали неоднократно, и как-то я все отнекивалась. Ну, и времени не было. А потом я решила, что нужно все-таки выступить, прийти и выступить. Хотите вы развиваться в профессии, клип снять, ну, не знаю, просто выйти на широкие аудитории? У меня есть такой опыт. У меня есть одна песня, зарелизенная с клипом. Хочу продолжать в этой же сфере, также писать песни свои собственные и выпускаться. А какая песня у вас есть с релизом? Песня называется «Амуры». Это вы сами уже написали? Да, я заканчивала еще композиторские курсы, помимо музыкального училища. Вот, пишу песни и вот пытаюсь релизиться. Как вас найти в соцсетях? Сегодня все посмотрят, увидят, захотят за вами дальше следить, где вы есть и вот где вы, например, написать вам можно. Мне можно написать в Инстаграме, ВКонтакте, в принципе, во всех социальных сетях я присутствую. Данелия Мария. Мария, какие у вас пожелания всем тем, кто сегодня также вместе с вами выступит на одной сцене? Тут у нас много новичков, есть и старые участники. Что вы всем пожелаете? Я пожелаю всем получить удовольствие от своего исполнения, от присутствия на этом прекрасном мероприятии. Вам удачно выступить и творческих успехов. Признательно. Благодарю.